Здравствуйте, дорогие друзья. Этот ролик мы снимаем в Новосибирске. Температура на улице минус 30 градусов. И самое время поговорить о тепле. А точнее об устройствах, которые дарят это тепло. И сегодня герой нашего ролика, бестселлер, настоящий хит продаж этого сезона, печь-камин Сибирь-12 от компании НМК. Этот камин производится в Новосибирске, компании, которая давно очень производит отопительное оборудование. Оно хорошо знакомо нашим покупателям и зрителям канала Фарнаксфильм. И сегодня мы с вами попробуем разобраться, почему именно Сибирь-12 стала хитом продаж. Привычно по названию мы можем угадать мощность камина. 12 – это мощность в киловаттах. Только вдумайтесь в эти цифры. От 200 до 300 кубов помещения можно отопить с помощью вот этого камина. Но перейдем сразу к делу. Камин большой, мощный, значит, топка у него очень большая. И это, кстати, одна из причин, по которым он полюбился нашим покупателям. Ширина топки камина 45 сантиметров. Не каждая отопительная печь может похвастаться такими размерами. То есть в топку помещаются полноразмерные дрова, что очень удобно. Топка стальная, но она футирована кирпичами из шамота. И причем они выложены внутри камина уже с завода. То есть при монтаже не нужно ничего будет укладывать. Установили камин, подключили к дымоходу и радуетесь теплу в вашем доме. Мощность – это, конечно же, хорошо, удобство пользования в плане длины дров – это тоже здорово. Но, конечно же, основное, на что в первую очередь обращают покупатели – это огромная, невероятных размеров дверца со стеклом. Самое интересное – дверца призматического типа, то есть у нее помимо основного фронтального стекла есть две вставки из жаростойкого стекла, расположенных под углом. И тем самым за огнем можно будет наблюдать из любых точек помещения, в котором установлен этот камин. Плюсы, конечно, не только в том, что можно любоваться пламенем из любой точки вашей гостиной, но и в том, что через это стекло львиная доля энергии горящих дров поступает в комнату. И помимо комфортного конвекционного тепла, выходящего из конвекционных отверстий крышки этого камина, идет мощное излучение, за счет чего окружающее пространство также прогревается. Оценивая конструкцию этого камина, нельзя не отметить еще удобную нишу для подсушки дров. Она находится непосредственно под топкой, поэтому, когда вы с мороза принесли дрова, положили их под топкой, буквально к следующей закладке у вас есть возможность положить в топку уже прогретые, подсушенные дрова, и таким образом горение будет чище и экономичнее. Кстати, о чистоте стекла тоже позаботились. В этом камине реализована функция «чистое стекло». Внутри топки есть специальный канал, который подает воздух, необходимый для очистки стекла во время горения, и тем самым оно всегда остается чистым. В этом камине также есть еще два дополнительных элемента, которые отвечают за чистоту горения и за эффективность работы камина. Это специальные каналы подачи воздуха. Они расположены по бокам топки, и они подают подогретый воздух для дожига несгоревших газов. Конструкция пламяотбойника простая, но тем не менее это уже проверенная классическая схема. А вот одна из самых интересных фишек этого камина – возможность менять расположение выхода дымохода. По умолчанию с завода патрубок установлен в верхнем положении. Ну, то есть можно вывести дымоход через перекрытие между первым и вторым этажом сразу на крышу. А можно поменять его, переставить на тыльную сторону, установить штатную заглушку на верхнюю поверхность камина и уже подключать дымоход с тыльной стороны и выводить его через стену и пускать дымоход по внешней стене здания. Такой тоже вариант возможен, и для кого-то он является наиболее удобным. Несмотря на то, что размеры камина очень большие, если посмотреть на него сверху, то можно увидеть, что у него задняя часть имеет скосы. Тем самым его можно расположить в углу комнаты, и он будет гармонично смотреться как при пристенном варианте, так и при угловом. Вообще очень приятно видеть то, что изделие выполнено достаточно на высоком уровне, и все детали идеально подогнаны друг к другу, поэтому это все-таки можно назвать даже и интерьерным решением, не только функциональным. А вдвойне приятнее становится тогда, когда ты узнаешь стоимость этого изделия. Заходите на сайт farnax.ru в карточку товаров с печью-камином Сибирь-12 от компании НМК, узнавайте актуальную цену на момент просмотра ролика. И я уверен, вы будете приятно удивлены.
Ссылку на карточку товара я оставлю внизу в описании к этому ролику. Ну и, конечно же, ждем вас в гости магазина Фарнакс, чтобы вы лично познакомились с этим камином и, возможно, выбрали его для своего дома, так как это сделали уже сотни наших покупателей. Еще больше роликов с обзорами отопительной техники и даже сравнениями вы можете найти на нашем YouTube-канале Фарнакс Film. Подписывайтесь и заглядывайте в наши социальные сети. Ну а сегодня мы с вами прощаемся. До новых встреч. Счастливо, друзья!